Всех приветствую. Продолжаем читать притчи. Притча Фарид ад-Дин Аттара. Она называется «Собака, палка и суфий». Один человек в суфийной одежде шел однажды по дороге и увидел на дороге собаку и сильно ударил ее своим посохом. Завизжав от боли, та побежала к великому мудрецу Абу Саиду. Она кинулась ему в ноги и, продемонстрировав пораненную ногу, все ему рассказала и попросила быть судьей между ней и тем суфием, который обошелся с ней столь жестоко. Мудрец призвал к себе их обоих и сказал суфию: «О, безголовый, как посмел ты так поступать с бессловесной тварью? Посмотри, что же ты натворил?» «И я тут ни при чем», — возразил суфий. «Собака сама виновата во всем. Я ударил ее вовсе не из прихоти, а потому что она запачкала мою одежду». Однако собака продолжала считать себя несправедливо обиженной. И тогда несравненный мудрец сказал ей: «Дабы тебе не хранить обиду до великого суда, позволь мне дать тебе компенсацию за твои страдания». Собака ответила: «О, мудрый и великий! Увидев этого человека в одежде суфия, я подумала, что он не причинит мне вреда, если бы я увидел его в обычной одежде. Разумеется, я постаралась бы держаться от него подальше. Моя единственная вина состоит в том, что я полагала внешние атрибуты служителя истины гарантии безопасности. Если ты желаешь наказать его, отбери у него одеяние избранных. Лиши его права носить костюм человека праведности». Ну, вот такая притча, притча Фарид ад-Дин Аттара. Она называется «Собака, палка и суфий». Пока-пока, до свидания.